Ой, из Чуковского. Варюш, что мы с тобой читали из Чуковского? Так я не вспомню. Сейчас мы Пушкина по большей мере читали с ней. А из Чуковского так не вспомню. А я вам сейчас напомню. Открывайте любую страничку и почитаем с вами. А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли, море пламенем горит, выбежал из моря кит. Не знаю. Ты не знаешь Корнея Чуковского? Давайте-ка вместе почитаем. Жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил. Ладно, все, понравилось? Да. Будешь теперь читать? Да. Мамы, папы, дедушки, читайте обязательно своим внукам и Чуковского, и нашу поэзию детскую. Я великий умывальник, да, знаменитый мой Дадыр. Умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову своих солдат. Что детям дают стихи Корнея Чуковского? Думаю, что добро дает, расширяет кругозор детский. Мы еще знали, и бабушки наши знали. Это замечательно. Они дают столько нам, ну, внутри прекрасного состояния в душе. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Этого я никогда не слышал. У кота уси, злые глаза уси. Глаза уси и злые презрелые зуба уси. Во, такого не знал, не слышал. Это что такое? Это разве он написал? Да, это он. Не знал, понимаете, обидно. А хотя у меня трое внуков, я должен, конечно, был знать, наверное. Вот. Начнете сейчас снова с внуками? Безусловно, конечно. Буду все перечитывать обязательно.